Это алкоголь? О, это наша прям скрепная духовная тема. Я поэтому оставил ее напоследок, чтобы вы с удовольствием смотрели стрим, не перематывая. Значит, алкоголь. Да, я тут вам перефразировал замечательную пословицу. Этанол в малых количествах ядовит в любых дозах. Да, к сожалению, это правда. Этанол – это метаболический яд. Да? И просто вам для понимания, что когда этанол появляется в крови, который вы выпили, что происходит в теле? Тело максимально быстро старается его метаболизировать, вывести. 10% метаболизирует кишечник, 10% метаболизирует мозг, поэтому возникает интоксикация, эйфория, вам сначала хорошо, вас разгоняет, потом вас тормозит. Да? И 80% метаболизирует печень. И алкоголь ускоряет метаболизм не потому, что он ускоряет метаболизм, а потому что ускоряется метаболизм, чтобы вывести алкоголь. И это значит, что когда у нас алкоголь в организме, тело занято именно выведением алкоголя в большей степени, чем обработкой других нутриентов. Алкоголь – это тоже нутриент, он тоже дает энергию. Когда он горит, он дает много энергии, которую невозможно запасти. Поэтому у вас становится тепло, вас разогревает. Это мнимое тепло. В чем опасность? На фоне алкоголя все остальные нутриенты, ну, грубо говоря, как-то без внимания остаются. Они плавают в крови, участвуют в этом окислительном стрессе. Ну, также опять поднимается инсулин, тут стандартная наша штука, и возникает атеросклероз. Поэтому бухать и одновременно есть что-то углеводистое, жирное, вот плов бухать, запивать, да, таким вином, пивом, это ужасно с точки зрения атеросклероза. Вот, чтобы вы понимали. Поэтому самая лучшая тактика в отношении алкоголя – это не пить алкоголь совсем. Да, то есть это сразу снимает все вопросы, и вам не надо париться. Пить или не пить? Конечно, лучше не пить. Но если вы выбираете пить, тогда вы должны обладать определенными знаниями, чтобы понимать, что произойдет далее. Во-первых, вы должны изначально принять все последствия. То есть, да, я собираюсь прибухнуть. Да, у меня будет интоксикация. Да, это определенный вред для моего организма. И, может быть, вот этот нарратив у вас, он уже вас отвадит от этого, да? То есть вы как бы сами себя убедите из-за последствий, да ну нафиг, да? Чем хуже у вас самочувствие сейчас и уровень здоровья, тем лучше подействует вот этот автонарратив. Если же все-таки решились, то давайте просвещаться, да? Значит, существует такое понятие вроде как не то чтобы безопасная доза алкоголя, а переносимая доза алкоголя, то есть то количество алкоголя, с которым наше тело может справиться с относительно меньшим количеством последствий. Я вам не смогу сказать, откуда пошла эта формула. Нам ее наши профессора в меди еще рассказывали. Вот. Поэтому не претендую в этом плане на истину последней инстанции. В жизни она может отличаться. Вы берете свой вес в килограммах, делите на 2, и получается безопасная, ну не безопасная, а переносимая доза этанола. Вот я, например, дрищ, вешу 74 килограмма. Разделим мой вес на 2, получим что? 35-37, ну 40, 40 миллилитров, окей, немного прихватим. 40 миллилитров чистого этанола мое тело может за какой-то срок относительно без последствий метаболизировать. Окей, эти 40 миллилитров этанола чистого где они находятся? Ну, самое простое — это 100 грамм чистой водки, окей? Или это 2-3 бокала вина. Или это там 3-4 пива кружки. Что-то в таком роде, да? То есть для себя просчитайте сами. Это то, от чего можно отталкиваться. Можно считать так, что в пределах этой дозы у вас наступят все как бы хорошие ассоциации, связанные с алкоголем. Ну, хорошие в каком плане? Кайфовые. То есть у вас снимется торможение нервной системы, да, нейромедиаторы, там все это разгрузится. Вы веселее станете, у вас разгонится нервная система. Эйфория, говорливость, хорошее настроение. А когда вы будете уже за пределы этой дозы переходить, постепенно начнется торможение, обратный процесс, и интоксикация будет проявляться все сильнее. Вот и все. И там тошнота, сонливость, перепады настроения, рвота и так далее. Уже, ну и в крайнем случае смерть. Да. Итак, перейдем к самому алкоголю. Что выбирать? Так, самая худшая комбинация. Она худшая не с точки зрения вас как потребителя, она худшая с точки зрения вашей печени. Потому что когда вы
собираетесь пить и задумались о последствиях, вам надо подумать об этом с точки зрения печени. И печень – это тот орган, который и будет управлять метаболизмом, когда вы употребите алкоголь. 80% алкоголя, как я уже сказал, метаболизируется печенью. И самой худшей комбинацией для печени, ну и для сосудов, там, и для мозга, наверное, ну, в принципе, для всего тела, это одновременно алкоголь плюс углеводы. Вот. Чем меньше в алкоголе вашем углеводов, тем будет лучше. И самые, наверное, пошлые в этом моменте вещи – это шампусик, да, тут изображен, сладкое вино, всякие сладкие ликеры, ну, пиво тоже, там углеводов достаточно, хотя оно не очень сладкое и более ферментированное. Вот весь сладкий алкоголь, он вам будет давать больше проблемы интоксикации. Вот, это важный момент. Сам скажу про себя, что из вот таких напитков у меня больше всего мне по нраву это Егермейстер. Вот, и, ну, может быть, какие-то другие ликеры, я их сейчас уже не помню, но Егермейстер больше, потом Абсент, больше Егермейстера, только Абсент, наверное, как бы уважаю в этом плане. И на последнем месте, может, какая-нибудь самбука, да, и, может быть, вино. Все. Но я так редко бухаю, что я забываю, как все это на вкус. И поэтому, ну, не страдаю, что я вот не выпиваю там и так далее. Я это делаю очень редко, и это меня веселит и не более. Идем далее. Зная, что у нас самые плохие последствия вызовет, мы можем поговорить о том, что наиболее безопасно будет. И в данном случае все очень просто. Как можно крепче и как можно чище. И чем меньше всяких красителей, чем меньше всяких там добавок, примесей и так далее в вашем крепком алкоголе, тем лучше. И в итоге, да, мы действительно можем закончить этот опус на том, что самое безопасное – это пить чистый спирт, самогон, водку и какой-нибудь прозрачный абсент. Это самое безопасное, да. Быстрее наклюкайтесь, меньше сидите, упадете спать. Такой момент. Вот, но, как бы, ну что еще вам сказать? Чем крепче алкоголь и чем меньше в нем других примесей, тем он лучше. Ну не то чтобы лучше, да, не поймите меня правильно. Тем он безопаснее. Далее. А закусить? Да? Обычно же у нас принято закусывать. И здесь очень просто. Вот худший вариант у вас представлен. Хуже всего закусывать одновременно комбинацией углеводов плюс жиров и фруктозы. То есть вы видите бутерброды вот эти. Типичные эти бутерброды с икрой и на хлебе. Не очень комбинация. Справа какие-то тут, я не знаю, печеньки с грибами, с каким-то жирным салатом. Тоже не очень комбинация. И вот это вообще бомба, просто бомбовая, потому что тут жареное тесто. То есть и так углеводов много, еще их пожарили, еще жиров много, еще рафинированное все. О, это, конечно, вкусно, никто не отрицает. Но это в комбинации с алкоголем даст самую худшую реакцию от сосудов и печени. Ну и кто бы мог подумать, фруктики, да? Если вы слишком сильно будете закусывать фруктами, то повреждения для печени получится больше. Особенно если у вас уже есть предшествующий лишний вес, инсулинорезистентность и какие-то проблемы с углеводным обменом. Почему? Потому что фруктоза метаболизируется так же, очень похожий метаболизм у нее, как с этим с этанолом. Но только если этанол на 80% в печени, то фруктоза на 95% метаболизируется в печени. То есть это двойной удар по печенке. И вот вам одновременно и алкогольная жировая болезнь печени, да, от алкоголя, и неалкогольная жировая болезнь печени от фруктозы и от углеводов, соответственно. И я по этому поводу делал видео у себя на канале, называется «Фруктоза, что-то там при похудении яд», да, то есть посмотрите, там я объясняю, по каким механизмам это происходит, чтобы вам было понятно, что фруктозу комбинировать с алкоголем, ну это та еще задача, да. Это то еще извращение. Вот это худшие варианты для закусок. А какие у нас будут получше? Более безопасный вариант.
это все, что у нас на экране, да? Это, то есть, во-первых, более цельная пища, но, во-вторых, она не смешана. Вот у нас тут изображен наш опять пошленький бутербродик, да? То есть хлебушек, масло, икра на нем, да? Что мы делаем, да? Мы вычитаем из этой комбинации хлебушек. У нас получается очень интересная такая закуска. Это масло с икрой на нем. Да, я понимаю, что те, кто не адаптирован к более жирной пище, им это может показаться очень пошлым, да, и вообще не настаивает, просто как вариант. Но тем, кто уже знаком с жирными рационами, это, в принципе, абсолютно нормально, и таким вариантом закусывать можно неплохо, да, несмотря на то, что это очень жирно. И тут какая, ребят, ситуация-то, да? Алкоголь и жиры, конкретно животные жиры, они не то чтобы хорошо сочетаются, они, ну, более-менее вместе нейтральны. И плюс животные насыщенные жиры оказывают защищающий, протекционный эффект на печень на фоне алкоголя. Вот, это очень интересный, важный момент. И он продемонстрирован. Я, к сожалению, не нашел человеческих этих исследований. Но я нашел исследований всяких на мышах. И там было показано, что растительные жиры с алкоголем приводит к большей деградации печени, к большему фиброзу, к большему циррозу, в то время как животные жиры обладают защищающим эффектом на печень на фоне алкоголя и, соответственно, алкогольного цирроза, алкогольной болезни печени. Вот вам и все, вот вам весь механизм, как бы. Вы там можете и более глубоко почитать, но вот это вам то, что я говорю, да, это не то, чтобы это прям полезная закуска, да, одновременно с алкоголем втаскивать жиры, но она более безопасна, так скажем. Поэтому вот что у нас тут изображено. И вот этот замечательный бутерброд без хлеба. И сыром можете закусывать, в принципе, без проблем. Особенно таким, ну, выдержанным старым сыром. И салом. Салом можно закусывать тоже без проблем. Рыбой соленой. Вот эту креветки на авокадо, например, тоже забавная, прикольная закуска. Нарезки всякие вот таких овощей, особенно ферментированных, да, это неплохо. Животных таких нарезок, мясных, рыбных, прекрасно. Овощами тоже закусывайте, это без проблем, в принципе. Они не обладают, конечно, протекцией на печень, но они хотя бы нейтральны в этом плане. Вот такой вот момент по поводу безопасных закусок. Спасибо за ваше внимание. Смотрите расширенную версию этой лекции на моем канале. Ссылка доступна в описании к этому видео, а также прямо сейчас у вас перед глазами в финальной заставке к этому ролику. Приятного и полезного вам изучения моего творчества!